друзья мои, мне быстро разрешили через стекло сделать видео моих бутылочек. Я сейчас нахожусь в лаборатории, которая пакует мои препараты новые. Вот так вот препараты кладутся в бутылочки. Потом это пойдет в другой отдел, где уже будут делать, наверное, этикетки. А, сюда сверху кладется вот этот мешочек для safety, да, для безопасности. Я никогда не была в этом facility, никогда не была в этой лаборатории. И теперь мне разрешили зайти, но фотографировать можно только через стекло. Сейчас я буду внутри. Сейчас я точно так же буду одета, как вот они все. И маску надо одеть, и сеточку на голову, и халат дадут, и все-все-все. В общем, я впервые в этой стороне, где делают мои препараты. Вот эти капсулы. О май гад, это мои капсулы. Они уже готовы к тому, чтобы их рассортировать по баночкам. Это мои капсулы, которые для... По-моему, это предпоследняя мой бэч на... Не знаю точно, какие капсулы они потом мне скажут. По-моему, это на детокс, body детокс, которые я предпоследние сделала, еще вам не выложила ни видео, ничего. Просто совершенно нету времени, потому что за всем должна быть большая... большой отбор и так далее. Очень интересно, как люди работают. И... Так вот. Все, надеюсь, вам понравилось это коротенькое видео. У меня сейчас очень интенсивный тур и по лабораториям моим, и скоро выйду со своими видео. Всем пока-пока. Проверка каждую минуту идет. Молодцы, ребята.